Ой, господи, что я говорю? Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы вместе с Андреем продолжаем наш модный летсплей по Майнкрафту. И, короче говоря, крыша наконец-то доделана. И мы еще я сделал до сих пор остались классные часы из библиокрафта. Надо еще что-то из библиокрафта сделать. Эта Это штука же не как? знаете? Эта штука из чего делается? Из стекла, шерсти и опять панели. Есть еще стул. Макс, А у тебя стулья... железо есть? Железо? Есть. Тащи железо, Какие будем сундуки шестерни прикольные делать для есть. карьера. А, еще светильники. А светильники как делаются? А, это надо... А обычный светильник из чего делается? А, тут надо два куска золота и светящуюся пыль. Так, пока мы делаем сначала карьер, потом мы займемся уже У меня сколько? Так, у библиокрафтом. меня в инвентаре 21 железо. Может, в сундуке еще есть? А, нет, в сундуке нету. 21 кусок железа у меня. Дать все. Ну, тащи пока что все, сейчас будем А решать где там. ты? Я сейчас пойду домой. Так, я уже бегу домой. Ты, обалдеть. Обалдеть, дом у тебя, конечно. Ой, я что-то, кстати, даже не заметила, что ты крышу сделал на складе. Крышу на складе. Так я по чуть-чуть ее делаю, потому что тут что делать и делать, блин. Обалдеть, ты Я целый вон... дворец сделать решил, что ли? Я камень еще, блин, плавлю для этой крыши. Так, я дома, я жду тебя. Так, Я сейчас думал, пока ты... возьму шестерню. А, шестерни, Так. кстати, на, забирай назад. Ага, так. И железо Давай твое еще. на. И железо. Сейчас будем крафтить дальше. Все мое железо. Так, Андрей в прошлой серии мне еще поручил отправиться за алмазами. Потому что нам надо для карьеры. И мы сможем много раскапывать ресурсов. Придется мне отправиться в Так. пещеру. Собственно говоря, кстати, почему бы как раз не отправиться в то самое ущелье? Слушай, а ведра есть? Два ведра у нас есть. Кстати, Мне... если что, лавы набери, пожалуйста. Лаву? Тогда... А тут ведро лавы, Лавы. кстати. Тут, кстати, есть ведро лавы в сундуке. Ну, нет, еще и ведро этого есть. Кстати, лава, лава, лава. Где оно, блин? Мне оно надо. Мне оно необходимо будет. Так, ведро воды я возьму, короче. Добери, мне не жалко. Я сделаю из него, короче, спуск удобный. Бери, мне не жалко. Мне И никогда я не жалко было. отправлюсь в то самое ущелье, к которому я копал ход, блин. Молодец, молодец. Так, теперь я А, стоп, иду этот проход у нас. достраивать склад. Надо, кстати, заделать этот проход будет. Где мои Я пока что булыжники? чуть-чуть строю крышу склада нашего. Кошмар! Сюда слишком много камней Заделал. идет. А где этот ход-то, ё-моё? Нет, не здесь. Я что-то забыл, где я ход этот рыл. Здесь, наверное. Где я ход этот-то прорыл? Что-то я не могу найти его. Не знаю, ты где его копал. Он где-то здесь должен быть. А, может он это? Может он это там, где ад находится? А, Я да, не помню. он там, где портал в ад. Проход в этот ход находится. Точно. Блин, а откуда вода здесь? Я разве... Ты Твою угораешь, мать! что ли? Да Надо я как-то... закусился с ними. Жаль, ведро у меня не пустое. Так бы я бы заткнул бы эту воду. А хотя, если она льется из водоема, то тут я ее не исчерпаю. У нас есть водоем, если это уже... Она из водоема идет вода. Это протечка. Протечка, сантехника вызывать надо.
Блин, жалко, что меня, конечно, загасили так. Обидно. Обидно, Так, обидно. что-то я не Ничего понял. Не я рыл проход нормальный, а что-то куда-то он пропал. Я что-то не могу его найти. Ладно, сейчас еще раз найдем. Посмотрим, откуда он. Так, ну-ка дайте мне факел сюда. Где, почему исчез этот проход мой? Не здесь он. Так, земля. Надо заткнуть эту дыру. Мне осталось убрать ресурсы. На какой, на 15 серии, да, мы сейчас уже? Да. Мы на 15 серии подбираемся только к карьеру. Что-то я вроде бы рыл этот проход, и его нету. Где он? Может, сохранение какое-то не получилось? Не знаю, может, ты его где-нибудь потерял просто. Я везде искал, его нету, блин. Поздравь, лопат хватило, притык. Пока я спускаюсь, пожру. Потом. Ладно, я поищу, что есть в этой пещере, потом проходом займусь. Куда он пропал? Я же делал проход туда. Железка тут есть. О, бегающее золото в количестве 4 штук. 4 это не так много на самом деле. Ай! Дерутся. Когда я ты чё, как ты думаешь, в этой серии карьеру успеешь сделать? Да думаю, попытаемся, если алмазы найдем. А, алмазы нужны, точно. Этим я занимаюсь. Ну вот именно. Алмазы глубоко где-то находятся. А еще их можно получить с этих ротаров долбанатских. Ну чё вы не подходите? Так, опять третий вода из водоема. О, реал мид. Тут да. Есть реал мид и даже не один. Нифига, я уровень качнул, был 9, стал 15. Ну, бывает. Чё? Обалдеть, сколько тут воды. Сажемся, выкупимся. Ой, зомби где-то здесь. Блин, одно золото. Чё они такие жмоты, а? Кошмар. А где зомби? А, он упал, что ли, вниз? Так, я вижу ротаров. Я еще вижу какого-то драм Рикса. Пещерного. Это из Divine RPG моб. Он очень... Ай! Это зомби! Так, мне осталось вообще ни о чем. Лыжника. Так, сейчас пока посмотрим карьер. Как же нам... Так, 3 железных шестерни, 2 золотых, значит, да? Драм, Крикс, да. Иди ко мне. Жаль, кидаться нечем. Так, карьер, да, значит, как это? А тут зомби был, а куда он делся? А, вот он. Так, этот Драм, Крикс хочет подобраться ко мне, но не может, что-то. Так, рыцарь. На, скотина. Буду бить, пока не сдохнет. Ну подходи ко мне, чё ты встал? Фиолетовый монстр. С ним опасно очень тебя будет. Ай, больно, блин, он бьется очень больно. 3 железных шестерни. И ротары тут рядом. Золотых, значит, надо, блин, да? Не достать до них отсюда. На, зараза. Ай, блин! Так, надо будет сейчас еще создавать шестерню. Ай, блин! Оу, Макс, ну как так? Ай, две алмазы. Надо спать будете, да? Сначала. Надо еще железо будет нам. Давай, спи, пожалуйста. Все, сплю. Сплю. Я тпшкусь на Латес Дес. Смотри, зима наступает.
Снег. Черт. Так, у нас посадки. И он только что исчез. Ой, посадки хоть какие-то. Зима наступила, обалдеть. Как мы долго ждали. Скоро Новый год, значит, будет. Я пока собираю все посадки. Ух ты, действительно, мод на сезон работает. Так, я тпшнкаюсь на Latest Death. Главное, чтобы меня снова там не убили. Я тпшнулся, и меня сразу же там убили. Опять? Очень... Два опасных монстра. Очень. Там находятся, и они убивают меня, как только я тпшкаюсь туда. Как мне с ними справиться? Как мне вернуть вещи и справиться с ними, а? Я просто тпшкаюсь, меня они сразу же убивают. Я ничего не... Попробуй убей модник загасить. Нет, это будет нечестно. Ладно. А мне есть какая-нибудь... Так, кстати, лазурит. Надо пока по чуть-чуть еще дальше крафтиться нам. А если я циклопом стану, у меня здоровье увеличится или нет? Нет, здоровье-то вряд ли увеличится, но я... Потрясающе. Так, циклопы. Если ой, я... опять их 4 штуки здесь, слушай. Опа, они за мной уже двое побежало. Циклопов. Золото надо. Надо фармить золото. Я не пролезу сюда. Так, я их спровоцировал все. Давай, иди сюда, нафиг. Золотишко. Уже потрясающе. Короче, я сам вернулся туда без телепортирования, и они, короче, ушли. Я тебе реально говорю, ну, они ушли просто. Ну это же хорошо, да? Да. Жаль, конечно, что я не убил ни того, ни того. Но... Еще одно золото. Блин, ну я хоть вернул вещи свои все. Так, где-то здесь вот. Я слышу место. Кого-то. Не дай бог ко мне сейчас кто-то отойдет. И у меня факела заканчиваются. А, блин, эти же метки надо будет активировать еще. Метки, точно, да. А я уже метки же скрафтил, я уже их выстрелил почти все. Тут, короче, какая-то синяя руда. Я, по-моему, ее собирал, я забыл, как она называется. Рупиевая, по-моему. Рупиевая. А вот и... Вода нужна. Ух, сколько обсидиана появилось. Эх, как мне вода сейчас пригодилась. Затушить лаву. Эх, а мне вот лава сейчас пригодилась, чтобы... Как топливо его использовать? Тут рупиевая руда, я хочу добраться до нее. Так, у меня золото есть, уже радует. Жаль, она только одна всего. Так, 36 блоков. А, вот, не одна, вот еще есть. О, еще есть. О, еще есть. О, еще есть. О, еще есть. Прикольно. Мощно. Да. Так, я собираю угля, чтобы факела потом из них делать. Я пока крышу хочу сделать. А еще железка тут есть. Вот железка нужно. Железка это обязательно надо. Беда. Опять не хватает ресурсов. Боже мой, как же сложно. Да, ты быстро их расходуешь. А, мне еще еду надо в инвентаре, чтобы было.
Опа-на, павук. Редстоун. А еще здесь есть орелмитовая руда, по-моему, это называется. Но алмазов нету пока. Фуф. Алмазы найти очень сложно. Фух. Но нужно как-то. Зачем ты пошнулся ко мне? Это ты, что ли? А, ну да. Да. Я думал сейчас... Я решил проверить, будут ли меня трогать мобы, если я буду зомби. Но пока не проверил еще. Мобов пока не встретил. Эти двое, которые убивали меня, ушли, когда я вернулся сюда. Но я слышу кого-то. Так, я вижу каких-то двоих фиолетовых существ на мини-карте рядом. И мычание какое-то слышу. Куда эта вода ведет? Да никуда она не ведет, ничего тут больше нету. Поиски алмазов — это дело такое. Нам надо минимум... Так, погоди. Минимум 12 штук надо накопать нам. Да. Я копаю все подряд, что встречу тут. Все самое ценное. О! Песчаная гусеница. Ой, пещерная гусеница. Отведала силушки богатырской. Я тут закопал огромную. А тут еще есть одна. Ничего нету вообще. Где вот только... Я слышу ее, но не вижу. Гусеницу эту, блин. Это что за руда? Алмазы! Оба, сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть алмазов я нашел. О, уже половина того, что нам необходимо. А у меня еще один в сундуке лежит. Но я бы хотел его на портал в Сумеречный лес отложить. Давай пока карьером займемся. Я гусеницу слышу, эту пещерную, но не вижу. Так, лава, не то пальто. Сейчас я прям над лавой. Тушу лаву. Я над лавой прям копаю сейчас. А я тут прохожу через лаву и тушу ее на ходу. Так, снова орелмитовая руда. Что-то мне не везет моим методом работать как-то. Редстоун где-то нашел я. Я тоже редстоун находил. А я только что нашел. О, реалмит, еще реалмит, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть так, штук. Реалмит нам понадобится тоже. Шесть штучек реалмит я нашел. Надо теперь туда как-то залезть. О, я железо нашел. А я много железа уже нашел. Блин, это тупик. Фух. Опа-на, Макс, мне нужна вода. Тащи сюда. Так, придется тебе... А, подожди, сначала, что здесь? Ого, сколько тут железа, обалдеть. Ну сейчас так, сначала железо раскапывай пока. Хотя, сколько, может сколько быть, у меня всего уже железа? У меня почти стак железа уже. Я, может, что-то другое может получиться изобрести у меня. Еще редстоуна тут есть немного. Редстоун может понадобиться. Хотя я без твоей помощи смог. Че, уже не нужна вода? Нет, реалмитовую руду нашел я. Отлично, я тоже уже несколько. Зелененькая такая. Зелененькая, а реалмитовая руда. А. Реалмитовая, оранжевая. Так. Так, тут еще лава. Алер, арлер. Боже. Язык сломаешь, пока выговоришь. Арелмитовая. Да, она самая.
Еще я тут золото нашел. Золото тоже надо очень. О, еще железо нашел. Что-то возле лавы железо побольше становится. О, еще редстоун нашел. Блин, вот сейчас очень Ой! Сильно злая шутка будет, походу. Потому что я сейчас камень добываю вот прям над лавой. Сейчас не знаю, будет ли подо мной лава или не будет лава подо мной. А, нет, лава. Все, четко. Чечики бряк. Странно, откуда а, здесь стоп, земля я может тут быть? Был. Зомби. Ай! Ротар! Ротар! Гаси его, с него алмазы выпадают. Да, я тут, тут и он и зомби на меня отходятся, и он близко ко мне. Ай, больно. О! С него два алмаза выпало. Я убил его. О, а уже 8 алмазов. У нас уже 8 алмазов. Ну, если с тем, то 9 уже. Я Осталось бы хотел на сумеречный лес оставить. Я говорю, попозже его еще добудем алмазов, не переживай. Так, вот здесь надо через лаву пройти. Там, где это лава, там ничего. Очень много драгоценностей может находиться. Ну, я возле лавы копаюсь вообще не шиша. Тут нет. Есть, тут орелмит часто может быть. Вот, именно его, о, еще железо нашел. А я еще орелмитовые руды нашел. Что из нее можно сделать, пока я не в курсе. А, тут ничего, ладно, там дальше ничего полезного за лавой нету. Тушим эту лаву, идем дальше. Железка, вот тут возле лавы. Блин, сгорела она, жаль. Железо? Да, в лаву упала и сгорела. Да ничего страшного, это же не алмаз, о, еще железо. Так. Точка, если что, у меня есть. Что надо? А, тут подъемчик сверху есть. В котором еще железо есть. Ай. Да. Оп. Ой. Оба орелмит. Кушать надо, кушать, 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 кушать. Опа. Уголь. Нету ничего. Так, о, ну, там железо. Ничего, там ничего полезного нету. В этой лаве. Где-то зомби рядом со мной ходит. Вот здесь, возможно, что-то. Вот здесь что-то может быть есть. Ну-ка проверим. Тушим эту лаву. Отсюда течет вода. Да где ж ты есть-то? Я тебя найти не могу теперь. Надо заткнуть воду эту. Как-то. Опа, ротар где-то здесь рядом. Нам 4 алмазика надо еще. Как минимум. Да. Так, здесь что? Ого, здесь сколько озера лавы было. Большое. Ничего нету, ничего. Там о, дальше лазурит что-то вообще есть. Нашел, прикинь. Прикольно. Лазурит это, конечно, хорошо, но нам с тобой алмазики бы с тобой лучше. Так, еще орелмит. И еще орелмит. Ай-яй-яй-яй. Что такое? Ротар. Блин, все, последний факел остался. Вернее, я последний только что поставил. Может, у меня уголь есть еще дополнительно? Так, надо что-то так. Опять этот... Ой! А это еще кто такой? Что это за грю? Или какой-то грю? Я не знаю. Что за грю? А он ко мне не подберется, он... Плава. И он, по-моему, издает такие же звуки, как этот... Драмстрок, который убивал меня. Так, мне заранее надо
Мне что-то надо выкинуть. Вот это выкину я. Ты хотя бы говори, что выкинешь, дурку, но надо будет. Нитку. Одну. Ладно, фиг с тобой, я одну нитку не страшно. У меня 19 штук их всего лишь. О! Ай! Ай! Твою мать, он быстро бегает! Хорошо, что я в лаву. Хорошо, что я в лаву не угодил. Фуф, Макс, быстрее ко мне. Ты убил его? Да. Я твои вещи пока еще спасаю. Фух, молодец. Ты герой сейчас, конечно, был. А что-нибудь выпало с него интересное? Фиг знает. Я гасил его. А релмитовый слиток, походу, с него. А, с него поврежденные осколки выпали. Ай-яй-яй, Макс, я бегу. Там ротар, там ротар. Это не ротар, это гусеница пещерная. И она менее опасная. И менее ценная одновременно. С нее ничего даже не выпало. Бесполезная гусеница, я бы сказал. Хорошо, хоть алмазы сохранились. О, золото. Почему я все вокруг раскапываю? О, железо еще смотри. Я тоже раскапываю вообще-то. Вот железо. Так, факела закончились опять. Так, у меня железо некуда собирать, блин. Сейчас посмотрим, что. Гранит менее важен. Да. Железо пусть будет лучше. В этом слоте. А где моя реалмитовая кирка? Не у тебя Видимо, случайно? У меня. Дай, пожалуйста. Видимо, у меня. Дай, пожалуйста, мне кирку. Вон ты. А, нету ее здесь у меня. Как это нету? Неужели в лаву она упала? Вот этого мне неизвестно. У меня только моя реалмитовая зачаренная. Неужели она там в лаву угодила? Да, ну ладно, мне нечем больше копать. Раскапывать тебе дальше придется. У меня нету никакой кирки нету. Ну ладно, зато я вернусь домой и это. Могу сделать себе новую реалмитовую кирку. У меня реалмита. Реалмитовая руда вся просрана. А, она у меня вообще-то. А, она у тебя? Память. Кидай мне. Да. Ладно, сейчас я тебе скину. Погоди, вот, я тебе скидываю. Да. А, да, 10, это точно моя. Вот, да. Столько уже у меня как раз было. Я сделаю новую кирку потом из них. У меня дома еще 15 штучек где-то реалмита этого. Оба, я реалмит нашел. Молодец. Только что. Так, я пока... Ночь, кстати, на улице. Я пока, короче, домой вернусь. Сделаю себе новую кирку и вернусь. И выложу вещи. А еще выложу вещи, с которыми жалко расстаться будет. А, у меня лава кончилась. И ведро с воды я просрал тоже. Хотя, может, оно у тебя. У меня оно есть. Это, наверное, то, которое я у тебя взял. Наверное, да. Беда, беда, беда. Горе, огорчение. В этот день в Воронеже случилось наводнение. Так, угля мы притащили, уже неплохо. Блин, вот. А хотя, что я парюсь, у меня ж угля полно, я могу топиться углем. Ёпрсте. Так, давай поспим, а? А ты сейчас домой вернешься? А спать уже не нужно, нет. Рассвет наступает уже. А, ладно. А, ты уже сам-то пошёлся сюда. Я уже думал возвращаться к тебе в пещеру туда. Обалдеть, так. Снежочек, надо это на превьюшку даже сделать. Скелет, так, ай, камень, больно! Камень. Чё там у тебя опять? Скелет. Все. Скелет? Да, это кстати, круто. Надо бы лук сделать.
Надо бы лук сделать, на самом деле. А я тебе про что говорил? Все Обалдеть, прослушали. зима наступает, самая натуральная. Это не настоящая сибирская зима. Такая Но все равно снежок такой прям впечатляющий. Ну я хотя бы накопал этого камня, уже радует меня. Так, я возьму ведра, пожалуй. Ведро. Алмазы, короче, я себе в сундук положил. Так, ты уже в пещере? Нет, пока сейчас я поставлю железо на плавку. Ну ты в пещеру тогда, ты конечно. Латест Дес, ты пешкуйся сюда. Так. Блин, жалко. Блин, хлебушек, наверное, у тебя мой остался. Да я с тобой поделюсь, мне не жалко. Смотри, иди сюда, стой. На, мне не жалко для тебя хлеба. Благодарю, столько у меня и было хлеба. У меня еще два стака. Так, стой, подожди. Так, ладно. Оба, на, ну стоять. Что такое? Редстоун, ё-моё. Так, вот здесь... Так, алмазов тут нет, но здесь есть железо и редстоун, а еще и этот, рупи. Так, а ты куда побежал? Я тебя не вижу нигде. Я тут дальше, ну тут дальше, где проход. Копаю редстоун тут. Тебе надо будет ведро воды, не, Макс? Не помешало бы, да. Ты куда убежал от меня? Сейчас, иду к тебе сейчас. Ой, сколько алмазов у нас есть уже, а? 9, по-моему. Слушай, давай я пойду тогда, пока шестер не сделаю. Давай, ну, давай мне ведро воды. Ты алмазы где выложил? У меня в сундуке. На первом этаже возле двери в подвал, который стоит. Так, вот здесь, так. Может быть, алмазы будут. Алмазы, алмазы. О, 9 алмазов, уже неплохо. Да. Достижение алмазы. Так, кузнечный молот нужен, наверное, нет будет. Ладно, пока. Да, пригодится еще может. Так, золото возьму, и себя тоже переплавлю, все золото. Все не знаю, думаю, там ничего нету. Блин, а мне даже, можно сказать, комфортно жить в этой глуши. Да, мне тоже. Я про то, что типа в маленькой этой постройке. Ну да, будет еще интереснее, когда ты достроишь ее, тоже. Так, тут еще в глубину дальше пещера идет. Так, о, у нас еще больше. Еще железо. Стак железа есть. У нас больше стака железа есть, Мак. Да, и будет еще больше. Я тут железо везде нахожу, блин. Это круто. Я пока займусь крафтом. Я лазурита 4 это руды нашел. 18 штук, кажется, выпало. Так, зомби ко мне идет. А сейчас отведает силушки богатырской. Алмазный меч я возьму. Стоп, мне же надо. Вот все, 4 таких. Обалдеть, тут что-то какое-то огромное место, по-моему. Тут несколько проходов дальше. Где-то по-любому будут алмазы, я кончились факела у меня. Макс, нам осталось только алмазную кирку сделать. 2 алмаза, найди и все. 2? 2. Я постараюсь, но мне бы уголь найти. Для того, чтобы вот уголь. Для того, чтобы факелов сделать. Осталось сделать. Динамазик драный осталось сделать и все. Я постараюсь. Я уголь добуду только, чтобы факела сделать. Факела кончились уже. С факелами дефицит что-то. Факельный дефицит. Да. У меня вообще 30 штук осталось. Я не знаю, как жить. 30 штук чего? Факелов, блин, чего еще? А я больше стака только что сделал. Рад за тебя.
Так, алмазов здесь нет, но есть золотишко. Так, 6, И мне надо вместе бы с ним сюда. этот рупиевая руда. Хотя так, ты пока займешься тем, я займусь этим. Так, 5 этих у меня. Монстров что-то не так-то. Монстров что-то не сильно там много в пещере. Но они не может быть, потому что уже поняли, что с тебя нечего взять. Ротар где-то рядом, я слышу. Вот он бы мне помог с алмазами сейчас. Но он очень жестко гасит ее. Да, но я его даже не вижу, мне его еще найти надо. Судя по звуку, он упал откуда. Ой, он ко мне идет. Гаси его. Блин, все вокруг снегом так жестко. Два алмаза бывает. Выпало с него. О, все, идеально. Все, нам хватает. Все, нам хватает. Отлично, вот тогда возвращаюсь домой. Ура, нам хватает ресурсов. Обалдеть, снега уже сколько тут выпало. Где ты? Так, я беру. На базе? Я дома. Так. Кинь мне алмаз. Держи. Сейчас. Во, все. Поход в пещеру получился успешный. Так, вот, ура, ты орелмитовую руду плавишь. Я еще две штучки тебе добавлю, которые нашел. Да и кинь. Все. Ух ты, ничего себе. Так, карьер-то, блин, забрать. Так, ладно, сейчас заново разложим. А, блин, стоп, у нас... Так, прощелкал, не все забрал. Кажись, я где-то налажал немного. Надеюсь, так. Нам алмазов точно хватает. Да там алмазов-то хватает, блин, только я... Железа сейчас надо много будет. Потому что нам... Не проблема. Я прощелкал. Вообще не проблема, я тебе принесу сейчас железо. Да мне слитки нужны, слитки. Слитки, вот я и принесу слитки. Ну давай, тащи слитки. 36 штук аж целых у меня есть. Тащи, вообще идеально. И там еще плюс много плавится в печке. Да мне тоже дофига плавится сейчас в печке. Это что такое? А, это ты для карьера поставил тут. Я думаю, что это за синяя это фигня торчит. Кстати, надо будет рычаги потом создать, что? Рычаги вообще легко делаются. Воронки нужны еще. Сюда. Наверное, под конец, поди. Да. Обалдеть, теперь вот это зима. Ты... Надо елку будет сделать. Так, железные вот так. Ага, то есть получается железо. А? Вот так, вот так. Это все раскладываем вот так. О, все, карьер. Сейчас не готов, Макс. Давай, прямо в этой серии запустим его. Так нам еще двигатели нужны, карьера, так, не забывай об этом. А, ну тогда, наверное, в следующей серии его сделаем. Запустим. Ура, карьер готов. Ленивое создание. Так, карьер я положу в сундук к нам. Ну-ка, как он выглядит? А, вот. Вот карьер. Окей, понял. Я Ладно. Пока рудой займусь, ты можешь пока копать алмазы дальше идти и прочие ресурсы. А что, они еще нужны будут? Ну, тебе же на сумеречный лес надо будет. А, конечно. Ну да, сумеречный лес. Ну ладно. На сегодня закончим. Наконец-то Андрей сделал карьер, но запуск его, наверное, будет только в следующей серии, возможно. Если мы захотим запустить его в следующей серии, правда. Вот это вроде... Ты, мне кажется, хотел бы. Я его хочу запустить поскорее. Мне еще надо... Так... Так что всем спасибо за просмотр, с вас и господи, подписывайтесь на нас эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, влоговый канал, вступайте в РУ ВКонтакте, ну и всем пока.